Жень, помнишь, когда вы только вышли из офиса РФС первый раз, мы с тобой записывали интервью, и вы сказали, они там над нами смеются, но мы докажем им. Все так и было, все так и было. Я хочу Амкалу привет передать. Ребята, вы первый шажочек для медиафутбола сделали, а мы на следующую ступеньку тоже шагнули вместе с вами. Мы большое дело вместе делаем. Я думаю, то, что все в РФС, они довольны, что нас позвали. Мы оправдываем ожидания. Я горжусь командой, горжусь ребятами, которые за один тайм просто убили Чертанова. Но Чертанову большое спасибо за игру.